Всем огромный привет, мои красотки! Меня зовут Тоня, и вы на моем канале Верьёмина. Я знаю вашу главную проблему – это внутренняя поверхность бедра, потому что практически у всех она трется друг об друга, мешается, эта область выглядит очень дрябло и просто раздражает. Поэтому сегодня я подготовила для вас классную тренировку, которая поможет избавиться от дряблости внутренней поверхности бедра. Если вы хотите заполнить это пространство, убрать просвет, тогда нужно заниматься с хорошими дополнительными весами – гантели и резинки. Если вы, наоборот, хотите сделать просвет, чтобы ляжки не терлись друг от друга, чтобы сохранить ваши джинсы, тогда занимайтесь так, как показано на видео. Также обязательно ставьте лайк под это видео, чтобы его не потерять, и напишите в комментариях, как вам больше нравится, когда есть просвет и ничего не трется, и джинсы остаются в сохранности, либо когда просвета нет, и это пространство полностью заполнено. Итак, мы с вами работаем 2 раунда, в каждом раунде 7 упражнений по 40 секунд без отдыха. Для тренировки нам понадобится гантель или гантели, как вам удобно. Ну что, вы готовы становиться лучше? Тогда мы включаем таймер и начинаем с разминки. Приседания и вращение бедра. Итак, бедро вправо, ногу чуть-чуть в сторону, приседание на выдохе вверх и обратно за собой ногу. То же самое в другую сторону. Разогреваемся, готовим наши суставы к нагрузке. Отлично, разогрелись, теперь хватаем гантель и переходим к основной части тренировки – приседания сумо. Ноги пошире, носки в стороны, на вдохе опускаемся вниз, на выдохе вверх, лопатки свели, плечи опустили, спина ровная, колени в стороны. Это вообще просто потрясающее упражнение для задней и внутренней поверхности бедра. Вы сами можете это почувствовать прямо сейчас, если делаете все правильно, спина ровная. Можете снять себя на видео, чтобы проверить технику и поделиться в сторис. Отлично, следующее упражнение – сумо, носочек и пружинка. Правую ногу на носочек, опускаемся вниз, пружинка, вверх, делаем. Так вот, вы можете записывать себя на видео, отмечать меня в сторис, я буду репостить к себе. Это будет мотивировать вас заниматься регулярно, а также других людей, которые увидят, как вы такие счастливые, красивые, стараетесь и делаете себя лучше. И еще чуть-чуть. Отлично, то же самое в другую сторону, левую ногу на носочек, поехали. Пружинка, вверх, спина ровная, лопатки сводим. Самая частая ошибка – это то, что мы со временем забываем держать спину, и спина округляется, а это самое важное, это наша безопасность. Также, девочки, не бойтесь заниматься с гантелями. Вы никогда не перекачаетесь, не станете похожими на мужчин, это просто невозможно. Наоборот, у вас будут красивые, сочные и женственные формы. Следующее упражнение – сумо и наклоны. Итак, с ровной спиной наклоняемся, чувствуем, как тянется задняя поверхность бедра. На выдохе обратно. Спина ровная. Вы делаете, я покажу сбоку. Лопатки свели, таз назад. Наклоняемся до того момента, пока спина остается ровной. Когда чувствуете, что спина уже начала округляться, значит, это неверно. Колени слегка сгибаются, не сильно. Отлично, молодцы. Следующее упражнение – перекаты в боковом выпаде. Итак, опускаемся вправо, через низ перекатываемся влево. Отлично, спина ровная, делаем. Дышим, выдох, выдох. От правильности вашего дыхания зависит многое. Например, насколько долго вы можете делать упражнение И чем дольше вы делаете, тем, соответственно, больше ваша выносливость, и ваши мышцы получают лучшую нагрузку для дальнейшего роста. Отлично, убираем пока гантель, прыжки крестиком, поехали. Правой, левой, правой, левой. Такие прыжки очень классно задействуют внутреннюю поверхность бедра. Ну как, устали? Сейчас будем отдыхать. Допрыгиваем до конца, еще чуть-чуть. Дышим. Отлично, молодцы, отдыхаем пока. А я расскажу о моих классных программах. Если вы серьезно настроены подтянуть свое тело, убрать лишний жир с живота, бедер, рук и спины, а также делать округлые, сочные, красивые ягодицы, то приглашаю вас в мои программы на 6 и 8 недель с доступом навсегда. Никаких подписок, доступ остается у вас с момента покупки и навсегда. В них вы найдете все, что нужно для создания тела мечты в домашних условиях. Во-первых, это эффективнейшие тренировки вместе со мной на все проблемные зоны, от силовых и кардио до танцев и растяжки. Много разных видов активности, и таких тренировок вы не найдете в открытом доступе. Во-вторых, готовое меню на весь период программ и плюс огромная база вкусных и сытных ПП-рецептов для всей семьи, а также обучение расчету КБЖУ. Ничего не нужно придумывать, все уже придумано за вас, просто смотрите готовое расписание и повторяйте. Программа на 6 недель подойдет новичкам и тем, кто начал заниматься совсем недавно, а программа на 8 недель более сложная, она подойдет тем, кто занимается со мной уже некоторое время. Там еще больше ПП-рецептов, усложненные тренировки, а также добавился антицеллюлитный уход и другие плюшечки. Все для твоего результата. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании под видео и начните свою большую трансформацию. Падаем на бок, лифт на боку. Поднимаем вверх верхнюю ногу, а нижней выполняем махи вверх-вниз, вверх-вниз, только плавно, подконтрольно. Чувствуем, как работает внутренняя поверхность бедра. Стремимся пяткой вверх, не носком, а пяткой. Верхнюю ногу не опускаем, вот так со временем продолжаем держать ее в верхней точке. Давайте еще немножко, отлично, если это упражнение показалось вам легким, сейчас вам так казаться не будет. Встаем в боковую планку, сгибаем нижнюю ногу и выполняем махи коленом вверх. Не забывайте дышать, упражнение сложное, но очень классное, очень рабочее. Вы сами можете почувствовать, что напрягается внутренняя поверхность и верхней ноги, и нижней, сразу двух ног. И еще. Не сдаемся, не падаем. Отлично, а теперь верхнюю ногу вперед, сгибаем и выполняем махи нижней ногой, также пяткой вверх. Пульсируем, не кладем ногу на пол, чувствуем, как напрягаются мышцы внутренней поверхности бедра, как они горячеют и наполняются кровью. Сейчас нас ждет забег из 3 таких же упражнений на другую ногу. Приготовьтесь. И... Отлично, переворачиваемся. Лифт в другую сторону. Ложимся на бок. Верхнюю ногу вверх. Нижнюю делаем махи. Пяткой вверх. Давайте, господа, не филоним. Тренировка очень быстрая, тратит минимум вашего времени и приносит классный результат. Я вообще люблю такие тренировки, чтобы было побыстрее, потому что не люблю тянуть кота за хвост, что-то размазываться на коврике. Для меня главное время сделал и пошел. А для этого нужно постараться, потому что такие тренировки, поскольку они идут по времени меньше, они более высокой интенсивности. Но это как раз и хорошо. Это дает вашему телу стимул укрепляться. Вверх, нога, вверх. Ага, уже чувствуем, да? Сложно? Так и должно быть. Давайте, стоит немножко потерпеть, чтобы потом весь оставшийся день и всю оставшуюся жизнь просто сиять и чувствовать себя красивой, стройной, подтянутой красоткой. Даже если тренировки будут забирать у вас всего лишь 1 час в день, а остальные 23 часа вы потрясающие. Но это того стоит, я считаю. Отличная сделка. Итак, правую верхнюю ногу сгибаем, левой выполняем махи вверх. Пяткой, пяткой, пяткой. Вот сейчас, если вы делали все правильно, вы уже должны почувствовать неплохое такое напряжение и усталость. Если вам легко, используйте утяжелители, чтобы вам было тяжело. Отлично, последнее упражнение, ножницы лежа, ложимся на спину. Ноги вверх, поясницу прижали. Выполняем разведение, сведение, вдох, выдох. Чувствуем, как напрягается внутренняя поверхность бедра. А теперь внахлёст. Правая, левая. Делаем. И еще чуть-чуть. Есть, отлично. На этом наша тренировка подошла к концу. Вы были просто замечательны. Горжусь каждым из вас. Это действительно тяжелая работа, и мы с ней справились на отлично. Не забывайте про дефицит калорий, если вы хотите избавиться от лишнего жира. Обязательно подписывайтесь на мои соцсети, там много всего классного и интересного. А теперь похлопаем себе. Мы молодцы.